Всем привет, меня зовут Полина Юшкова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я попробую связать сумку. Тебе пишу, а ты молчишь. Все мечты упали с крыши. Не так давно я открыла для себя вязание крючком, но по сути все, что я сделала, это эти две корзинки. Это я связала в Геленджике, когда ездила с родителями туда относительно недавно, и она у меня просто стоит как ключница, а это... Мне просто нужно было что-то связать из остатков пряжи, поэтому я решила еще раз попробовать связать корзинку уже другого формата, да, но по сути техника у них одинаковая, так что у меня теперь есть две вот такие штуки прикольные. И я подумала, зачем научиться корзинками, нужно сразу научиться вязать сумку. Да даже не то, что научиться, а просто сделать это. Поэтому давайте посмотрим, что у меня из этого выйдет. Всем приятного просмотра. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Чтобы связать такую сумку, мне понадобится два мотка пряжи. Я выбрала цвет айвори. Мне показалось, он очень таким сочетающимся со всем. Выглядит достаточно нежно и мило. И несколько видов карабинов. У меня такие круглые, обычные и в виде звездочек. Также застежка, крючок 6 мм и вот такие пластиковые иголки. Какой-то подвох чувствую. Нет, я это сниму и потом... Ну, трешь мне полностью. Давай тогда по одной. Да ты по одной. И налей мне чай. Тоже кайфанешь. Да. На самом деле я решила заняться вязанием не просто так, и на ютубе меня давно не было тоже не просто так, потому что с конца августа я очень много болела, у меня было плохое самочувствие, и в целом мне пришлось из-за этого перестраивать многое в своей жизни, потому что я почувствовала, как сильно выгорела из-за ютуба, из-за стресса, из-за всех предъяв, которые я имею сама к себе. Поэтому я взяла такую паузу и просто решила отдаться каким-то новым увлечениям, и мне попалось вязание. Поэтому, да, не бойтесь пробовать что-то новое, брать иногда паузу в том, в чем вы живете даже много лет, как я это делаю 5 лет уже, снимаю YouTube, и... Не знаю, что будет дальше. Выставляю это видео просто так, потому что сейчас это часть моей жизни. Я занимаюсь здоровьем, и спорт ушел куда-то далеко. Очень не хочется, конечно, вернуться в это все, в свою былую форму, но сейчас немного другие приоритеты. Я же не та. Сумку держу. Совсем ничего не понимает. Сейчас всю вот весь этот ряд нужно провязать вот такими же тремя нитями, так сказать. Получается такой интересный узел. Я походу накосячила, потому что здесь есть прям такой жесткий пробел, а у нее его нету. То есть они должны быть прям быть плотно. Я, видимо, не туда куда-то засунула. Вернусь к вам, когда провяжу весь этот ряд. Я закончила провязывать этот ряд, но мне что-то подсказывает, что я сделала неправильно, потому что если мы посмотрим, то здесь идет красивый ряд, а здесь просто по какой-то одной петельке, и это совсем не похоже на то, что связала девушка из ролика. Поэтому, видимо, это был просто тестовый вариант, который я вязала часа... Ну ладно, час, может быть. Окей. Thank you, next. Видимо, нужно это все распустить. Ну ладно.
Я связала уже 3 рядка. Я очень рада, что получается даже миленько. Потому что вчера я расплетала эту штуку еще 3 или 4 раза. И просто помните, что все не с первого раза получается. По-моему, надо их еще связать. Давайте посмотрим. Короче, вот столько раз. 16. Значит, нужно еще 13 таких рядов. Ладно, посмотрим, сколько сегодня успею. Я раньше считал, что влюбляться — это как в темноте во что-то вляпаться, чтобы потом писать кляузы, либо оды. Любовь — это совместный отдых, если над ней работают оба. Это эксперимент, это опыт. Это наука прощать другого. Это то, от чего никто не застрахован. То, к чему не должно быть принуждения. Ну что, сегодня 20 ноября. Я закончила вязать 16 рядов. И это меня радует, потому что можно двигаться дальше. Можно теперь начать вязать периметр, бока сумки. Не знаю, остается делать за малым или еще дофига всего. Потому что вот это прям долго вязала. Наверное, 3 дня. Но я выделяла не по очень много времени, в принципе. Но вышло очень красиво. Я вообще довольна. С учетом того, что как мне тяжело было начать. Смотрю свой любимый теперь канал юриста Your Dray. Боже. На что вы способны ради того, чтобы не растратить саму ее во время торга за нее. Платите дорого, без нее все вокруг теряет цену. Она из-за кулис вас толкает на сцену и требует срыва оваций. Я связала 2 бортика для сумки. Сейчас мы имеем вот такую красивую вещь и 2 маленьких. От этого надо отрезать ниточку. Любовь — это все происки случая. Все. Она учит верить нас. И сейчас будем привязывать, как-то что-то собирать, чтобы у нас получилась уже сумка. Какими-то бортиками. Не знаю, как это там дальше что-то доделать. Буду смотреть урок. Для девчонок и пацанов это дар, который дается им свыше. Ведь любовь — это по сути вы же. Это то, что у вас внутри. Это психоделический трип. Это самый глубинный процесс. Это наша с вами здесь протоцель. Непрерывная цепь воплощения. Без нее все намного плачевнее. Любовь — это радость. Она награда, она наша наивысшая правда. Любовь — это лишь момент, в который происходит энергообмен и идет цепная реакция. Любовь — это полная экспроприация внутреннего пространства. Она с легкостью вводит в транс вас и вмиг переходит на «ты», расставляя все точки над «ды». Любовь — это наш самый главный закон, принятый высоко еще на стадии мироздания. Любовь — это все. До свидания. Ну что, у меня очень классное настроение, потому что сумочка уже выглядит вот таким образом. Я пришила бока вот здесь и вот здесь. У меня, правда, получилась какая-то дырка, но это на самом деле не важно. В принципе, я понимаю, что эта сумка, она получится, ну, не идеальной, да, с точки зрения, может, какой-то. Хотя нет, я беру свои слова назад, она идеальна. Вот так она выглядит внутри. В принципе, она не такая уж маленькая. Я думаю, что туда поместится телефон. Я хочу ее уже сегодня закончить. Мне кажется, я успею, потому что у меня как раз свободный вечер, и хочется просто посвящать себя именно какому-то рукоделию, потому что это так
Это так завораживает, я в шоке. На самом деле, вот эту часть было достаточно тяжело морально вязать. Я думала, блин, что-то мне как-то впадло, столько много, столько долго. Но сейчас я в таком восторге, что я очень рада, что я начала снимать это видео, потому что это прям крутая мотивация закончить, чтобы быстрее вам показать, что же получится. Ну, это просто как зефирка, воздушная. Ну, вот так показать. Очень красивые швы. Мне прям безумно нравится. И мне важно лишь дожить, дотерпеть до конца, не роняя в эту грязь ни себя, ни лица, не роняя ничего никуда в попыхах, только лишь свой страх. Я знаю, расстояние убивает близость, я больше не поведусь, но я пусть я выберу лишь легкость и убью капризы. Нет, я больше не вернусь за ту грусть. Теперь я пасть, творю, что хочу. Я в порыве самых нежных, самых теплых чувств. Я влюбляюсь каждый день в мире у людей. И впервые не хочу лететь к тебе. И мне важно лишь дожить, дотерпеть до конца, не роняя в эту грязь ни себя, ни лица, не роняя ничего никуда в тупиках, только лишь свой страх. И мне важно лишь дожить, дотерпеть до конца, не роняя в эту грязь ни себя, ни лица, не роняя ничего никуда в тупиках, только лишь свой страх. Сейчас я вижу лишь обычного подлеца в отражении собственного лица. В отражении собственных красных глаз я пытаюсь прочитать что-то битый час. Я пытаюсь прочитать, но я не пойму, потому что мой рассудок утонул в дыму, потому что я сама утонула здесь, забывая, кто я есть, кто я есть, кто я есть. Мне важно лишь дожить, дотерпеть до конца, не роняя в эту грязь ни себя, ни лица, не роняя ничего никуда в попыхах, только лишь свой страх. Я закончила свою первую сумку. Посмотрите, какой она милой получилась. Просто у меня нет слов, что я сделала это сама. И вы видели процесс. Я добавила в нее такой брелок. И сделала длинный ремешок, чтобы можно было удобно носить. Тебе пишу, а ты молчишь. Все мечты упали с крышки. Нам же нравится дождь. Я это сделала. На это у меня ушло не знаю сколько дней. Напишу на экране цифру. И я настолько сильно собой горжусь. Я вообще специально начала снимать это видео, потому что я знала, что без ролика, скорее всего, я закончу сумку вязать, не знаю, через полгода, может быть. Но за счет того, что у меня была мотивация показать вам, как это я делала, я сделала все очень даже быстро, и вышло супер мило, на нее можно еще добавить, например, какие-то бусинки, еще что-то, но я делала все просто четко по туториалу. Если что, в свой телеграм-канал я выложу все артикулы на крючки и замочек. Также дам ссылку на ролик, по которому я это делала. Следующим изделием я хочу связать себе шапку с ушками, такими медвежьими, не знаю, получится у меня или нет, но я думаю, если я справилась с сумкой, то шапка мне точно поддастся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите, чтобы я сняла еще такое видео, где я покажу, как вяжу уже, например, шапку, либо любое другое изделие. Ставьте лайки и мотивируйте меня, чтобы я не пропадала с YouTube, потому что я, если честно, выгорела, признаюсь, взяла паузу, но сейчас возвращаюсь с таким контентом, который просто пока что ощущается, не знаю, каким-то спокойствием в моей душе, и, возможно, через этот ролик я вам тоже смогла подарить какое-то спокойствие и какую-то новую веточку, не знаю, вдохновение на попытки, на пробу чего-то нового. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, я всех очень сильно люблю, целую и крепко-крепко обнимаю. Всем пока-пока. А, ребята, ну я сама это сделала, ну, пожалуйста, поставьте лайк.